Всем привет! Уже в третий раз за сегодня, просто что-то какой-то сегодня день перископа, так его назовем. Вот как я и обещал, просто сегодня, вот даже не сегодня, а вот буквально, не знаю, некоторое время назад вышел ролик, где под названием «Костя Павлов и финальные испытания. Я не боюсь в Дубае». Вот, я просто знаю, что очень-очень много людей, которые не верят, по некоторым причинам, я даже знаю эти причины, по некоторым причинам не верят того, что у меня был страх высоты. И это действительно так. То есть у меня действительно был страх высоты. Я не могу сказать, что он у меня был настолько сильный там, или панический, да, что я там не мог, я не знаю, визжал там, да, или еще что-то. Нет, такого у меня не было. Но действительно я себя очень некомфортно всегда на высоте чувствовал. То, что есть видео, где я говорю, что я не боюсь страха высоты, не боюсь высоты и так далее, но мне, например, не очень хочется сознаваться в таких вещах, да, например, ну честно, мне вот как, хорошо скажу, мне как мужчине не очень хотелось бы, да, чтобы знали о каких-то моих страхах, тем более он у меня не настолько сильный, да, чтобы я говорил, что у меня там страх высоты и так далее. И еще, ну, раз уж мы заговорили об этой теме, у меня есть еще один страх. Даже два, наверное, скорее. Да, два. И один еще один забыл. Это страх к змеям. Вот. Ну, я не знаю почему, но я реально боюсь змей. Я их видел в глаза в жизни много раз, и всегда у меня вот прям вот этот вот страх. То есть, притом змеи я даже боюсь, наверное, больше. Вот, и как-то мне приходилось, когда я еще работал на телевидении, снимать змей, и мне открыли вот этот вольер, или как его назвать, со змеями, да, и я вот так вот с камерой подходил и вообще не знал, как к этому дальше подойти. Вот, это еще один страх, и еще один страх у меня есть, это страх к иголкам. К иголкам, к укалыванию и вот к чему-то подобному. Но, вот давайте представим, да, что я сейчас где-нибудь скажу об этом, ну вот сейчас, например, да, сказал, вы мне сразу можете предоставить 1000 доказательств того, что типа я не боюсь иголок, потому что я и в слабо много раз меня прокалывали, мне и спину прокалывали, и подвешивали, и так далее. И каждый раз для меня это преодоление. То есть это я преодолеваю себя, я борюсь со своими вот этими страхами, вот, и этот страх высоты, это последнее, ну, из того, что я как бы хотел побороть в себе, и это мне удалось, вот что самое главное. Также мне хотелось, так, мне тут всякое пишет, вот, также мне хотелось побороть страх вот иголок и укалывания всяких, я тоже, по большей части, их поборол в себе. Вот, единственное, что у меня осталось, это со змеями. Вот со змеями пока что я не знаю, что сделать. Вот. Возможно, это, наверное, самый мой большой страх в жизни, это именно змеи, потому что, не знаю почему, честно, то есть меня змеи не кусали, они мне ничего не делали, но вот сам факт понимания, что они холодные, могут резко в тебя впиться, да, резко что-то сделать или с тебя сдавить, меня вот это вот очень сильно почему-то волнует, вот, опять же, не панически, но тем не менее, как бы, я не знаю, если есть какие-то способы, да, побороть страх змей, то вот напишите сейчас, и я бы с удовольствием почитал бы об этом. Вот, если вы увидите в комментариях, а вы наверняка увидите в комментариях, что говорят, что типа Костя Павлов там заслуживает Оскара, он актер и так далее, можете им ответить, что это неправда. Потому что я, как я и сказал с самого начала, у меня действительно был страх высоты, пускай и небольшой, но тем не менее. Вот, так вот, как можно преодолеть страх змей? Если вы напишете, я буду рад, серьезно. Бан тебе, 30к лайков, с парнем я больше набью. Никак. Попробуй сходить на шоу со змеями какой-нибудь, удачи тебе, Костя. Блин, это, конечно, да. Слабо лагает. Да лагать не должно быть, по идее. Я прям сижу около роутера, серьезно. Тут ближе некуда. И интернет хороший. Я думаю, что если лагает, то, скорее всего, больше у вас где-то. Ну, не лагает, видите, пишут. Ты должен увидеть их вблизи. Я видел вблизи их. Единственное, что я не трогал. Вот тронуть пока я не могу. Чтобы, знаете, я на мне было. То есть у меня, например, нет ни одной фотографии, где я со змеей, реально. Ну, сейчас могут быть шуточки про некоторых девушек. Вот. Собственно говоря, вот так вот.
Страх змей, змеи в рук и домой. Костяныч, ты в Дубае? Не, я не в Дубае, я уже давно приехал. Просто сейчас постепенно начинаю монтировать видео, которые были в Дубае. Это вот по Samsung, вот, которое вот вышло. Вот, так что змеи в руки и вперед. Надо стать, короче, змееловым, я вот что понял. То есть реально я стану змееловым, я пойму их, да, я буду так вот держать, она вот так будет, нет, вот так вот делать, и мне кажется, можно этот страх преодолеть. Но это как бы реально, не знаю. Это сложно, но это, мне кажется, реально. Ты на какой станции метро живешь? Вообще, как бы много у нас как бы станций. У нас офис на одной станции, живу я на другой станции. Там, не знаю, у меня еще есть квартира не моя, а родителей еще на одной станции, поэтому много чего. Вот. Ты дома? Да, я дома. Я вот приехал с часочек назад домой из офиса. Вот, поработали. Сегодня, кстати, очень хорошо. Сегодня вызов сняли. Что там всякого наснимали? Завтра будет турнир по FIFA между абрикосовцами, вот, который тоже выйдет на канале Абрикос Медиа. Как Месси получил FIFA 15? FIFA 15 там же было раньше, можно было монеты у этих у продавцов монет покупать, да, но я их не покупал, я их получал за бесплатно за то, что их рекламировал. И у меня было там миллионы монет, у меня даже однажды было 10 миллионов монет. Я открывал паки, покупал себе игроков, я чего там только не делал, вот. Просто королем был, серьезно. Поэтому у меня там и Месси есть, у меня там информы и тоцы, и чего у меня там только нет вообще, это в 15 фифе, а вот в 16 фифе у меня вообще почти ничего нет. Ну, я думаю, как и у всех. Почему Афоня так унижает? Ну, я вам уже говорил, что Афоня, как и большинство блогеров, которые, так скажем, выезжают на том, чтобы ну, обсирать других блогеров, да, ну, первоначально у всех цель одна. Ну, откровенно, если говорить, да, там, у Афони, у, господи, у Ларина того же, там, у Хованского, да, у всех цель одна – заработать. Притом, самый успешный из этой троицы, кого я назвал, это, естественно, Хованский. Он себе заработал на квартиру в Питере. Вот. Самый неудачник пока что это Афоня. У него не очень заходит его контент, ну, откровенно говоря. Это первое. Второе, он уже опоздал с этим контентом, то есть уже есть лидеры в этом контенте. И третье, что же я третье хотел сказать? А, он проиграл Кремневу, да. Ну, блин, это, по-моему, вообще самый позор из всех позоров, которые могли быть. Ну, серьезно, все у Афони, так скажем, есть. Все минусы. Вот. Он очень почему-то вдруг взялся наезжать на Лист ТВ, что ему там не так, я уж не знаю, но ну, взялся и взялся. Мы никак не реагируем. Вот что самое главное. И это для него должно быть самое плохое, потому что мы никак и не отреагируем, что бы он там ни сделал, потому что чем больше мы будем реагировать, тем больше мы принесем ему подписчиков, просмотров и всего-всего-всего. И поэтому смысла нет на это реагировать. Зачем? Вот. Давайте дальше. Пока что есть время, у меня реально есть сейчас даже немного времени. Так, все, я читаю ваши комментарии, только опять не успеваю. Если змея захочет тебя укусить, укуси ее сам. Я не очень себе это представляю, но мне кажется, это будет не очень. Да, я сегодня еще трансляцию начал проводить с нашим Саниным экспериментом. Блин, и вы видели, как там все закосячилось? Ну, это же капец вообще, блин. Мне даже как-то стыдно. Я там тысячу людей собрал, они все смотрят, и я такой, блин, и фейл такой. Вот. Завтра мы эту трансляцию проведем по-другому. Мы сначала все откроем, сначала все настроим, а потом уже проведем вот эту вот трансляцию, откроем ее и начнем. Вот. Я боюсь насекомых и умереть. Ну, блин, умереть, мне кажется, все боятся. Ну, в какой-то мере. То есть нет, мне кажется, нет. Ну, хотя нет, наверное, есть такой у человека страх там умереть. Да? Ну, то есть, не знаю. Может, у него работа связана с чем-то опасным. Вот, и у него есть страх умереть. Ты говоришь, что боишься высоты, а год назад ты не боялся высоты. Вот, те люди, которые вот это, пересмотрите эту трансляцию заново, и вы поймете, о чем я говорю. Так. Вообще-то змеи кусают только защищаясь. Ну, я не знаю, я на них нападать, естественно, не собираюсь, но почему-то я всегда смотрю на змею, мне кажется, что она возьмет и сама укусит. Блин, не знаю.
А вдруг она подумает, что я агрессивный, да? Вдруг она почувствует мой страх. Ну, то есть они же могут чувствовать вот это вот все вещи. Вот, и укусить, не знаю, есть такой вот. Почему выбрал Volvo? По многим причинам. Во-первых, соотношение цена-качество очень хорошее. Плюс, там, установив все-все-все-все на нее, просто впихнув в нее все, да, она стоила все равно меньше, там, чем, там, не знаю, BMW, к примеру, X3, да, вот, и плюс, ну, мне очень сильно повезло, то есть, когда, помните, вот этот, в том году был вот этот скачок цен, да, а я заказал Volvo до повышения цен. И пока она ко мне шла, да, цены сильно повысились. А когда мне машина пришла, я все равно ее купил по старой цене. И вот это прям вот офигенно. Просто вообще я очень много сэкономил, как бы сэкономил. Вот, и прям очень мне повезло в этом плане. Вот, ну и плюс, мне всегда нравилась Volvo. Всегда нравилась Volvo XC60. Я прям был, ну, всегда, когда я смотрел со стороны, думаю, блин, вот такую бы машину я хотел. Ну, а теперь появилась возможность, в общем-то, так вот и получилось. Так, давайте дальше. Блин, ну как же быстро. Некоторые просто бывают такие большие комментарии, да, ну, в смысле, да, комментарии, и я не успеваю просто их прочитать вообще просто вот. Просто вот есть там привет или там сколько лет, слабо, за какой клуб болеешь, тоже уже миллион раз отвечал, реально миллион раз отвечал. Я... Ну, естественно, если брать российский чемпионат, я болею за «Зенит». Ну, тут дураку понятно, я живу в Питере, да и вообще, в принципе, мне «Зенит», в общем-то, нравится. Если брать там, не знаю, испанскую лигу, естественно, я болею за «Барселону», я даже тут тоже не сказал. И вообще, у меня есть такая небольшая, маленькая, не, не маленькая, большая, наверное, все-таки мечта, вот размером с моего уха, сделать селфи с Месси. Это я прям, я его видел вживую, я был на матче «Барселона» и видел вот прям вот там в 20 метрах. Ну, может, в 30 метрах от себя видел Месси. Уже счастье, честно. Но, блин, сделать с ним селфи, это было бы, ну, просто вышка. Вот, это такая маленькая мечта. И я понимаю, что она, в принципе, в какой-то мере реализуема. Не знаю уж когда и как, но чувствую, что возможно это реально сделать. Вот, что взять? Если английский чемпионат взять, я, наверное, за Манчестер Сити все-таки больше болею. Чей еще чемпионат? Чемпионат это французский мне вообще не нравится, он какой-то бестолковый. Там есть одна команда, это, господи, ПСЖ, да, и все. И больше других команд там нет, там она всегда выигрывает, и больше не за кого болеть. Какие еще есть? А, немецкий чемпионат. Ну, за немецкий чемпионат, наверное, все-таки больше за Боруссию болею, потому что мне нравится. Особенно, когда Клопп ее тренировал, мне прям вот очень нравилась вот эта команда. Очень мне нравится Абумьянг, особенно в ФИФЕ. Вот. Так, давайте еще быстренько по вопросам пройдемся. Пойдешь в кино на Дэдпула? Не знаю, мне кажется, я лучше или скачаю где-нибудь его, или так. Ну, я как-то не очень верю в такие фильмы. Я люблю вообще комиксные фильмы, я реально люблю очень много таких фильмов, но я не очень в Дэдпула верю, честно. Может, я зря, конечно. Так, змеи, у кого больше лайков, блин, как тебе Роналду? Не знаю, Роналду, по мне, так делает куча бестолковых вещей, то есть очень много что-то возит, бывает. Не, очень красиво все это смотрится, я не спорю. Как бы, если сравнивать, опять же, Месси и Роналду, для меня Месси – это человек, который играет не только на себя, но и на команду. Он прям, ну, видно, что он играет на себя и на команду. Он охрененные пассы дает и так далее, да? Когда ты смотришь за игрой Роналду, ощущение, что Роналду играет только на себя. Ну, то есть, чтобы он забил, чтобы он что-то сделал. Возможно, я ошибаюсь. Я не специалист, ничего. Я просто высказал чисто свое мнение. Так что не надо говорить, что я там... Ну, короче, не надо подтвердить по поводу там Роналду, Месси. Я не против Роналду, это точно. Вот. Да передай привет Саше. Где Макс? Передай привет, господи, передай привет, слабо, одни эти. Ты знаешь Ивангая, я знаю всех видеоблогеров и знаю большинство их лично. Ивангая знаю лично. Будешь в Украине? Ну, наверняка буду в Украине, когда-нибудь все равно. Все, я думаю, на сегодня закончим. Завтра я проведу еще трансляцию с тестов.
теста, который мы с Саней делали. Вот, ну, а люди, которые остались до конца, спасибо вам большое. Вот, не забудьте посмотреть вот это вот видео на моем канале Костя Павлов. Да, это уже частичка Дубаев здесь есть. Вот, и самое главное, я просто вас, ну, прошу, что если вы видите комментарии по поводу того, что и на самом деле там, я не боюсь, там страх высоты и так далее, во-первых, не верьте им, они это пишут от незнания, то есть вы реально не можете знать, есть у нее или нет страх высоты. Вот. А во-вторых, все это от лукавого, да, все это идет от одного человека, который с чего-то вдруг взъелся на листовое, непонятно. Все, с вами был Костя Павлов, и все, всем пока. И сейчас начнется шоу отключения трансляции. Выключайся. Давай выключайся, блин. Так. Трансляция не выключается, как обычно.